Ребята, это наш зоопарк. Самый крутой зоопарк. Какой может быть? Ребята, это фонтан. На входе при зоопарке есть вот такой фонтан. Тут есть вот такие площадки. Сладости, шаурма, сувениры. Это вот входная зона. И вот тут есть вышечная, блинная и вот фотографии. Ну и тут всякие вкусняшки продаются. Красиво и вкусно. Какая красота. Ну, молодцы наши биологи. Вот у нас такие живые цветочные ковры в Новосибирске. На входе тут у нас динозавры, скульптуры динозавров. С детства помню еще все эти постройки, как только мы сюда пришли в первый раз. Сначала были вот эти скульптуры. Территории огромные и все очень красиво украшены. Ну, клумбы, конечно, очень красивые, очень. Нет слов. Ну, какие красивые скульптуры. У меня даже фотографии есть, с моими маленькими детьми даже есть фотографии. Тут вот прям уточка приютилась, утята. Они тут настолько привыкли, даже не боятся. Ребята, это дельфинарий. Мы купались с дельфинами, вся моя семья. Дельфиния, Центр океанографии и морской биологии. Смотрите, кто тут плавает. Там картинка. Дельфин. Ой, не дельфины, а эти. Как их называют-то? Пингвины. Точно. Пингвины плавают. Им тут кайфово, им нравится. Ой, сколько это. Какая постучи шариком, они все опять. Ах, вон их как надо, да, приманивать. А мы не знали. Будем знать. Шариком надо постучать. Они тоже он как детки маленькие. Зачем-то. Кира. И вот фигурки в тесть них. Вот такой здесь спуск. Там обезьянник. Вот какая у нас красавица тут растет в Сибири. Голубая. Тут большая такая площадь. И тут все вот в мелких обезьянках. А тут пингвинчики выходят из водички и отряхиваются, отдыхают от плавания. Обезьянье царство. Ну, тут нравится, тут много маленьких обезьян. Все оснащено туалетами бесплатными. Ребята, вот у нас розовый фламинго в зоопарке. Красавец. А это вот выход к фонтану. Тут вот закусочки всякие. Все так красиво здесь выложено, ребята. Смотрите, что тут есть. Целая набережная возле озера. А в озере плавают уточки. Ой, на них красавицы плавают. На том берегу фламинго. Вот они. С утятами прям плавают. Ой ты. Как интересно. Вон они какие у нас. Гуси. Га-га-га. Да? Или это лебедь? Это гуси. Красивый, белый. Уточки плавают рядом. Твернул мордаху. Ну, вот уточки сидят, отдыхают. Им тут хорошо. Столько много мест для того, чтобы посидеть, покушать. Так замечательно все сделано, организовано. А тут можно дойти прямо до середины озера.
Такие оригинальные лавочки тут вообще. И мусорки в виде пня. Это памятник основателю зоопарка. Фамилия Шило. Владислав Шило. Вот он молодец, все это организовал у нас. Сейчас правит сын. Ребят, поправочка. Ростислав Шило. Тут даже есть вот такие лежачки. Хочешь покормить животных, тот может приобрести корм специальный. Ребята, какая красота! Я не могу. Вот скамеечка и столик, где можно покушать. Что я сейчас и сделаю. Кругом какая красота! Сосны! Столовая. Вот, Каримов 4Г сделал. Ой, куда побежал-то? Бурундук, бурундук. Типуси мой. Я за ним не угонюсь. Там еще один. Вон они вдвоем убежали. Вот по такой лесной дорожке мы сейчас идем в одно прекрасное место. Вон белочки тут бегают тоже. Ну что, бурундучок. Маленький. Эй, спрятался. Куда же ты делся? Ой-ой-ой. Скакал. Везде вот так, везде красиво. Там дыр. Шашлыки вон там жарят. Как красиво, ребят. Кафе «Березка». Вот продают сладкую вату, и тут же гриль продают. А мы двигаемся к медвежатам. Мороженое. Ребята, я пришла к медвежатам. Герда с медвежатами, ребята. Смотрите, им лед сыпется прям, чтобы жарко не было. На моей памяти у Герды уже это третье медвежата. Один у нас уже вырос и в Китае живет. Да, он плавает, какой интересный медвежонок. Занаблюдать за ними одно удовольствие. Мама Герда. За ними же можно наблюдать в режиме онлайн, что некоторые делают люди. Я тоже в свое время смотрела. Вот второй малый ходит, бродит. Зеркаль. Хорошенький. Медвежонок. Да похуй, со мной любое создание было. Этот загорает на солнышке, а второй плюхается в воде. Я 6 часов утра. А второй вон какой. Раз и плюхается в воду. Вынырнет и заново плюхается. Медвежонок. Вот да! Два разных темперамента. Один спокойный, а второй энергичный. Плавает медвежонок. Я бы тоже плавала на его месте. О, посел к маме. Посел Греция, наверное. Нет. Хорошенький. Милота. А тут один девочка, один мальчик. Наверное, это девочка. Миша. А тот мальчик. Мишука. Вон как он играет хорошо. Вот он. Вот какой молодец. Мячиком резвится. Вот он как его хорошо. Может, да. Папу отсадили, и он дрыхнет. Да. И народу тут нет. Веселуха только там, где мама с двумя детьми. Это все вот для белых медведей сооружение. Ух, как красиво. Тоже, видите, как уютно. Можно посидеть, купить себе что-нибудь покушать, с собой принести. И тоже стройте фонтаны. Придумали хорошо. Красиво и освежает.
Куда мы сейчас идем, ребята? К знаменитой нашей обезьяне орангутангу. Тут вот работает такая вот, такой вот паровозик. Ну вот они, красавцы. Вот эти двое смешные. Но здесь же была большая обезьяна. И похоже, сегодня я ее не увижу. Она закрыта. А она звезда зоопарка. Там вообще такая красота. За ней наблюдать одно удовольствие. Ну вот эти два брата тоже смешные. Что они делают? Веселят в толпу. Ой, ты какой. Отвернулся. Отвернулся от всех. Он еще сидит. Да. Нет, не даст. Ох, повисла там ножки вверх. Не видно отсюда. Пойдем, другие. Ой, интересно. За ними наблюдают. Это шимпанзе. А орангутан не знаю где. А мы зашли в мир аквариума. Ой, тут какие рыбки. Большие, красивые. Это настоящие кораллы здесь. Морские водоросли. Это мультяшные рыбки. Рыбка клоун. Да. Из мультика. О, какие кораллы, как они тут растут. О, водоросли всякие интересные. Интересно наблюдать. Ничего себе. Разрослись. Как? Это хвост мурены, сама голова спрятана где-то. Какие страшные рыбы белые. Вот это там симпатичное, огромное. Какое интересное животное ночное. Вот для него специальный вольер с синим цветом. Тут как у нас здорово. Посмотрите на эту красоту. Как же все тут здорово сделано. Вот красивые скульптуры из дерева. Вот какие тут пеликанчики беленькие. Тут детский городок есть. Перевернутый дом с перевернутой машиной. Ой, я не могу в такое заходить. У меня прям сразу начинается головокружение. Особенно после перелета и акклиматизации. Очень нравится вот этот переход наземный. Да. Овраг, и тут бегает он маленький, Олежки. Он маленький бегает. Совсем маленький. А, он к нему, мама идет. Вон она. Вот так. Прибежал. Тут можно посидеть, отдохнуть, перекусить. Мясо на углях тут продают. Вату продают. Детские сладости, мороженое. Ну, тут сколько сувениров. И таких всяких разных животных, чучелок. Да, значки. И тарелочки, и брелки, и кружки. И шкатулки из бересты. И чучелки, конечно. Очень нравится. Красиво. Ну и наша чебурашка. И перо павлина продается. 130 рублей. Здесь кранчики. В доступности можно помыть руки. Кругом вот такие красивые вольеры для животных. Парковые зоны красивые. Фонтанчики. Чистенькие. Шашлычная тут. Господи, сколько ж тут всего. Угу. Вата больше размером ребенка. Вот так вот. Звездочка.
Красавица, красавица. Раньше мы хлеб носили, но сейчас не разрешаю. При зоопарке есть секция верховой езды. Это рай для детей. Да. Чего-то только нет для ребятишек. Всякие разные карусели. Попкорн. Это замок ужаса. Чего только нет. Попкорн, вата, молочный коктейль. Какие красивые карусели. Тут есть веселая горка, автодром. И опять закусочная. Ну, как он летает, а? Ого, какая там карусель-то, а, ребята. Страховая. Ой, я бы не смогла на такой покататься. Русские блины. Ребят, тут еще и американские горки есть. Ой. Ну тут не высоко, не так страшно и опасно. Но тем не менее, скорость хорошая. О! Мои любимые машинки. Люблю на них кататься. Маленькие лошадки, пони. Маленькие. Можно эти почешу? Вот они. Красавцы. Стоит. Ой, как красиво. А тут вон их маленькие детки бегают. Есть и такой аттракцион тоже. Кафе, качели. Овощи, гриль, десерты, блинчики, бургеры, картофель фри, стейк. Даже такос мексиканский есть. Курочка с терияки, с рисом, хот-дог, овощи, гриль, стейк, свинина, стейк, курица. Везде, везде есть места для того, чтобы посидеть, перекусить. И детишек возят все на паровозик. Тут у нас и верблюд, и корова в одном вольере. Вон маленькая штука. Куда пойдем? Тележку. Какие каталки для детей. Тут до 30 килограмм, а там есть побольше тележки для детей. Вот, например, постарше ребенку, вот помладше. Везде вот такие красивые фонарные столбы по всей территории. Картофель фри, всякие пончики из теста. Малыш свою ношу тянет. Кто любит кататься, тот любит и саночки возить. Лавочки все аккуратненькие, красивенькие. Вырезанные белочки, животные. Руки можно помыть. Тоже вот шашлыки, пахнет вкусно, комаров нет. И сегодня ни жарко, ни холодно, прохладненько. Ну вот так это выглядит, ребят. Калашного сидит. Вот этого вольера раньше не было. Надо глянуть, что это. Симпатично. Только кто здесь живет? Тук-тук. Все из бамбука, красиво как. Берлога какая-то. Не, серьезно? Да, вот мы в киноберлоге. Там рыжий гепард, козел. Ужасно длинный, а солнце пахнет июньской дыней. И белый мишка на солнце тает, а полный званый.
Все рассказывают 18 деткам считали, про животных. Что тапир – родственник бегемота. Оригинальная внешность тапиров и сегодня вызывает немало вопросов. Вот в лесах, вблизи водоемов. Ну, девочка живет. Вот какие тут дорожки. Я по этой дорожке впервые иду. Раньше ее здесь не было. Да, какие лавочки. Это же произведение искусства. Это новые вольеры для медведей. Ничего себе, построили красоту какую. Ой, наверное, где медвежонок ходит. Ну, теперь Мишка далековат от нас, но зато ему очень комфортно. Он не в клетке сидит, а гуляет в большом вольере. У него и игрушки есть, и качели, и купалка. Это все для медведя. Сколько для них тут игр всяких разных и качелек. Вот следующий вольер. Смотрите, как здорово сделан. Дизайн, конечно, вообще очень привлекает. Ух ты, сиденье для медведя. Это все для медведей. Но они еще делаются, я так поняла. В гостях у сказки мы были. Везде вот такие красивые дорожки. Что-то там в виде погребов сделано тоже интересно. Все красиво. Все приятно. Вот это для бурых медведей вольеры. Один другого круче. В этом дупле можно фотографироваться. И возле этого домика можно фотографироваться. И тут тоже вот домики всякие, вольеры. Конечно, красота необыкновенная. Молодцы. Этого не было раньше. А сейчас вот это теперь все появилось. Да, глаз радуется. Радуется глаз. Вот знаки, где тигры, львы, где кошки, медведи, верблюды, обезьяны, попугаи. Утки бегают по всей территории. Экспресс-вокзал. Вольеры с птичками. Благодаря этому человеку Ростиславу Шило вот этот зоопарк сейчас мы наблюдаем. Обними дерево, приласкай травинку, поговори с восходящим солнцем, полюбуйся на животных, и тебе станет легко на душе. Тут же еще есть и колесо обозрения. А, какая скульптура из дерева. У павлина шашлык, шаурма. Каких тут только сладостей нет вообще. На другой цвет и вкус. Это кормушка. Это вот такая сидушечка, шампиньоны. Утки по всей территории гуляют. Надо же. Это вольер с тиграми. И там он есть второй этаж, куда можно подняться и на них посмотреть. Амурский тигр. И лев с отпечатком. С отпечатком. Да, забрались на смотровую площадку, но и отсюда их не видно. Ну, у них сейчас не повезло их увидеть. Вот очередная скульптура. И льва не увидела. Ну ладно. А вот так-то вот. Ну-ка. О, рычит. Котята родились 28 февраля. Соблюдаем тишину. Мы воспитываем потомство. Это вот большой вольер. Там орлы, орланы. А вот тут много разных птиц. Ну какой красавец. Красавец. А, ты этим хочешь? Так, им положили куски мяса. Сейчас они полетят. Орлан белоплечий. Прям рядышком, рядышком.
Оскар чай. Пойдем, один. Ты красавец какой. Да. Деткам тут раздолье, можно на любом виде транспорта кататься. И снова мясо на углях, кафе «Лесные голоса», попкорн, коктейль-бар. Наши клумбы, цветочные ковры. Дизайн, ну, конечно, впечатляет. И я заметила, что прогулка сейчас стала гораздо дольше, чем я раньше. Я раньше 3 часа гуляла, сейчас 4 уже. Прибавилось много новых вольеров, много новых троп. Деток катают и на пони. Это выставка скворечников. Каждый год их ребятишки делают. Кто во столько раз красиво наблюдать все это. Ну и мелких птиц, обезьян и всяких сусликов не рассматривала. Если бы еще это, то было бы еще больше по часам прогулка. Тут и взрослым можно покататься в карете. Ребят, спасибо, кто прогулялся со мной до конца. Ну, это уникальный зоопарк. Это нужно прям ходить и рассматривать. Тут еще есть и зоомастерская, с ребятами занимаются, лепят игрушки. Единственное, я не увидела, жалею, тигра, льва и орангутанга. Ну, я увидела много всего интересного, нового, новые вольеры. Я увидела медвежат, по которым соскучилась. И плюс я увидела бурого медведя и пингвинов, и всех остальных. Ну, как же это красиво-то, а? Ну, а я приближаюсь уже к выходу. Да. Ну, наши цветочные ковры. Всем коврам ковры. Ну и напоследок террариум. Посмотрим. Что тут у нас есть? Сколько черепашек. Питон. Белюга. Что это? Это... Нет. Крокодилов я тоже не нашла. В общем, на этом и закончим наш экскурс. Ребята-курсанты приходили в зоопарк. Ну все, ребят, пока-пока. Увидимся на дне города. Ну, пока-пока, зоопарк. Увидимся через полтора года.